Как? Хромалы? Да? Yes. Суп с гречкой. Чтобы приготовить суп балканских цыган, порежьте отваренную копченую рульку и обжарьте ее на растительном масле. Мелко нарежьте картошку и отправьте ее к мясу. Добавьте тертую морковь, лук-порей, корень петрушки и залейте все бульоном из рульки. Немного потомите начинку для супа, а затем смешайте ее с оставшимся бульоном. Добавьте в суп отваренную гречку и зелень. Суп по-цыгански готов!